Яркие краски уходящего лета. В любимом горожанами окружном фестивале «С любовью к Мурму» в этом году приняли участие более 200 объектов благоустройства. В финал вышли 70. Тему красоты продолжит наш корреспондент Елена Петрова. Тенистый школьный сад с плодовыми деревьями и настоящий пожар из огненных бархатцев на бесчисленных клумбах. Территория 8-й школы по площади цветочных насаждений по праву считается, пожалуй, одной из самых больших среди общеобразовательных учреждений города. 8 лет назад у учителей начальных классов и родителей начальной школы появилась такая инициатива. Они организовали нам новый социальный проект «Школьный двор моей мечты». И вот с тех времен мы реализуем этот проект и относимся к нему с большой душой, творчеством и энтузиазмом. Вся наша школьная территория – это единый такой живой организм, в котором вместе живут и работают дети, родители, педагоги, все работники школы. Воспитание ответственности и трудолюбие, умение творить прекрасное своими руками. Каждый год на территории школы появляется новая пестрая клумба. На этот раз в преображении земельных угодий максимально вложились ученики вторых классов, их педагоги и родители. Наши школьные клумбы радуют глаз всех жителей нашего микрорайона. А все это благодаря тому, что дети с душой относятся к тому, что они сделали, приходят ухаживать за нашими любимыми клумбами, поливают, рыхлят. Ну и, конечно же, хотят, чтобы наши клумбы были самыми красивыми в городе. Уже завтра конкурсная комиссия совершит многочасовой объезд по всем объектам, вошедшим в финал городского фестиваля по благоустройству. Победителей летнего конкурса «С любовью к Мурму» торжественно наградят почетными грамотами администрации округа. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.